Какими качествами должен обладать доктор, анестезиолог, реаниматолог? Я считаю, что это одна из самых сложных профессий вообще. Она действительно сложная, она морально иногда сложная, особенно для врачей, которые больше уделяют внимание реанимации, потому что там действительно критические пациенты всегда, которые, к сожалению, у которых, к сожалению, отрицательный результат всего лечения, поэтому морально это тяжело. Но и это очень большая по нагрузке своей профессии, и она ответственная. Она действительно ответственная, потому что этот пациент, когда он входит в анестезию, он, в принципе, все его тело, оно зависит от врача-анестезиолога, и он за все отвечает. И это действительно большая ответственность. И именно усиление обучения именно в этой специальности и стараться ходить в ногу со временем сделают так, что у нас в этой профессии будут отличнейшие специалисты. Они и так у нас есть. Понятно, что есть и исключения. Но у нас, в принципе, в анестезии, клиника по анестезии, клиники по анестезии у нас в стране, они довольно сильные. Потому что есть много вещей, которые мы делаем здесь, которые делаются и за границей. И мы стараемся, особенно у нас в больнице, всегда идти в ногу со временем. Это очень важный момент. Ответственность, ночные дежурства – это то, что всегда есть у анестезиолога и реаниматолога. И это действительно тяжело. Это профессия, которая тебя изматывает.